44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 50. Извините. Нет, 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 нет! Когда я увидел ее в первый раз, все в моей голове затихло. Все тики, все мельтешащие картинки просто исчезли. Когда у вас обсессивно-компульсивное расстройство, у вас в действительности не бывает спокойных моментов. Даже в кровати я думаю, я закрыл двери, да, я помыл руки, да, я закрыл двери, да, я помыл руки, да. Но когда я увидел ее, единственной вещью, о которой я мог думать, был изгиб ее губ, походящий на изгиб заколки для волос. Или ресничка на ее щеке, ресничка на ее щеке, ресничка на ее щеке. Я пригласил ее на свидание 6 раз за 30 секунд. Она сказала да после третьего, но ни один из них не звучал правильно. Так что мне нужно было продолжать, 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 продолжать. На первом свидании я больше времени потратил на сортировку продуктов по цвету, чем на еду или разговор с ней. Но ей понравилось. Ей нравилось, что я должен был поцеловать ее на прощание 16 раз или 24 раза, если была среда. Ей нравилось, что я мог идти домой бесконечно, потому что на тротуаре было много трещин. Когда мы стали жить вместе, она сказала, что чувствует себя в безопасности, так как никто никогда не сможет нас ограбить, потому что я точно закрыл дверь 18 раз. Я всегда смотрел на ее рот, когда она говорила, когда она говорила, когда она говорила, когда она говорила, что любит меня, уголки ее рта приподнялись. Ночью она лежала в кровати и смотрела, как я выключал свет и включал, выключал и включал, выключал и включал. Она открывала свои глаза и представляла, что дни и ночи проносятся мимо нее. Однажды утром я стал ее целовать на прощание, но она ушла, потому что опоздала бы из-за меня на работу. Когда я остановился перед трещиной на тротуаре, она просто продолжила идти. Когда она сказала, что любит меня, ее рот остался прямым. Она сказала, что я забираю слишком много ее времени. Она стала ночевать у мамы. Она сказала, что не должна была позволять мне привязываться к ней, что это все было ошибкой. Но как это может быть ошибкой, если мне не нужно мыть руки после того, как я дотрагиваюсь до нее? Любовь не может быть ошибкой. Я не могу пойти и найти кого-то другого, потому что я всегда думаю о ней. Обычно, когда вещь мной завладевает, я начинаю видеть микробов, проникающих под мою кожу. Она была первой прекрасной вещью, на которую меня заклинило. Я хочу просыпаться каждое утро, думая о том, как она держится за руль, как она задувает свечи, задувает свечи, задувает свечи. Сейчас я просто думаю о ком-то, кто целует ее всего один раз, и ему плевать. Вдруг этот раз не идеален. Я хочу ее вернуть так сильно. Я оставляю дверь незапертой. Я оставляю свет включенным. Мы надеемся, что вы под таким же впечатлением, как и мы, это было потрясающе. Елена Мельникова!